Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланга и в эфире... Римский Франциск обычно просит верующих молиться за него, но на днях он вышел с деловой встречи и обратился... Почему я спрашиваю про Москву? Потому что Максим за эфиром мне успел сказать, что он в Москве. Сейчас случайно на улицах знакомятся ли и чем подобное знакомство заканчивается? Делитесь своими советами в нашем сообществе ВКонтакте «Русское радио». Через полчаса начнем. В Южной Корее, например, временно прекратили даже учебные занятия более чем в 800. Обними меня, скорей согрей. По чистой случайности в городе.